Всех приветствую, господа, всем здорово! У нас продолжают ранги, и я думаю, что некоторым будет интересно посмотреть довольно перспективный, однако сразу предупрежу, и сложный скиллозависимый корабль в реализации в рангах. Это паназиатский эсминец Чунгму. Вообще, паназиатские эсминцы могут быть сыграны с РЛС-кой вместо дымов как на 8 уровне, так и на 9 и 10. Особенно хорошо они подходят для того, чтобы контрить эсминцы на точках, что немаловажно для ранговых боев. Но играть необходимо аккуратно, иначе у вас дымов и хилки нет, а потом вы можете остаться в конце боя без хп. Сейчас такой бой я вам и предлагаю посмотреть. Приятного просмотра. Ну, либо Китакайзик будет, либо Блэк будет. Почему радиуса РЛС-ки здесь нету? Надо все кликать вручную твое налево. На С1С. Привет, Блэки. Ну, этого мы точно валим, потому что мы здесь заехали всей амбразурой чисто. На точечку. А что такое? Почему ты не пытаешься даже там как-то дымы поставить себе? Или что-то такое? Я понимаю, что сейчас, конечно, вот... РЛС-ка работает, потому что сейчас особо дымы не поставишь, но... Ты уже и так сдох, да? Интересный противник в виде Блэка. Интересный. Не, он в остров не впилится. Ну, точку я заберу и валю на точку С. Блин, там... Дрейк, да? Да, там Дрейк. Ну, с китаказиком я так не побазарю, как побазарил при поддержке союзников. Кого надо рубануть. Это точно. Извините, ребят, торпеды пустил. Ну и звук, сука. Ай, ладно. Там, кстати... да, плазмоид, если хочешь, конечно, без проблем. Там, кстати, чел в ветке сообщений меня пытался убедить, что противопожарка фигня, и он ее никогда не берет. А, ну... Так и хули ты, блядь, не послушал его? Противопожарка, это же херня! Ёпта, чё ты не послушал, чела? А? Что не послушал? Ты типа статист, да? Что-то понимаешь в игре, да? У тебя типа что, ум работает, да? Бля, вот же, сука, статюги. О, не зря кидал. По Бисмарку там что-то дошло, да? Да не, ну в смысле, ну почему ты решил отвернуть? Ну мужик, ну торпеду-то, ну доверни направо, чуть-чуть направо, направо. Не хочет направо, чел, ну ладно. Ну не хочет, как хочет, что бывает. Я точку буду дефать от Китаказика. Мужик, я терпеливый, я подожду, пока ты куда-то повернешь. Мне торопиться пока что некуда. Или ты не хочешь себе впадлу? Ладно, раз впадлу, то кидаю. Да, терпеть не буду. Ну, две вроде жрет. Дальше как... Как будет, посмотрим. Мне нужно было стрелять, чтобы он притормозил на одну торпеду и сажал две, а не одну. Мне нужно было его отвлечь. Так что это не ошибка здесь была пострелять. Так, давай я вправо за остров отсвечусь и потом опять налево. О, кайф.
И сейчас не ошибка была страйк, потому что очевидно было, что он захочет притормозить. Он подумал, что я торпеды по нему пустил и пытается сейчас от них уворачиваться. В принципе, вот может быть даже он одну словит крайнюю. Да, он ее ловит, причем жопой. Вопрос только в том, в ПТЗ или нет. В ПТЗ, ну ладно, ничего страшного. Слушай, все равно один из немец остался, поэтому надо по тебе работать. Бля, как моя команда сосет? Вот как, блядь, она сосет? Да как это, блядь, сосет, скажи. Как-то сосет. Ой, Китаказик, слушай, с тобой базарять неохота. Ну, у меня Аляска есть, и она должна сейчас попробовать помочь с РЛС-кой. Блять, самолет, иди нахер. О, красавчик, дал РЛС-ку. Дал, блядь, и ушел. Я понял тебя. Что-то как-то потновато. Форточку откройте, бля. Ну, хоть так. О, Китаказ здесь, прикинь. Здорово. Это прекрасно, что я тебя так за жопу здесь словил, чувак. Ты труп. Не, не перекину. Не перекину. Ну и ладно. От точек будем играть. А больно надо. Бля, ну это талант у тебя вот так вот сдохнуть будет. Без РЛС-ок у врага вот так вот сдохнуть, это будет талант, чел. Ты можешь не стрелять, а? Блять, коляска сдохла. Я тебе с... Бля, мужик, уедь! Ты меня пугаешь! Просто свали отсюда нахер. Надо Муську забрать, мне хп хватает, чтобы спикернуть, и на Б зайти. Надо забрать тоже точку Б. Да, вот Муська. Блядь, ебаный самолет, он подлетит же ко мне.
опасно я делаю, мне не нравится. Надо отъехать. Тем более, там торпеды чел сейчас словит точно, причем и Дрейк тоже. Все, теперь победа. Он меня ни в жизни не убьет за такой короткий промежуток времени, поэтому я постреляю. Тем более, это я там на торпед насрал челу. Что по торпед... Он с гапом идет, кстати. Ля, какой потный бой. Угу. Ну, слушайте, ну хороший бой. В принципе, как демонстрация возможностей Чунгму и в потных боях с РЛС-кой сгодится. Может быть, стоит даже на канал залить. Тут торпедок много с главного калибра. Мы хорошо подловили там Блэка и Китаказы. И РЛС-ка сгодилась, чтобы торпеды пустить и Блэка убить. Поэтому сгодится, сгодится. Хороший бой, можно на канал залить. Так, затащили, можно сказать, затащили.